Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня вот такой теплый денек выдался. И я пошел в лес, в родник за водичкой. Прогуляемся, наберем водички. Оставайтесь со мной, погуляем. Вот идем по нашему терляну. Смотрите, как у нас были морозы, до 35 градусов доходило, ну потеплело. Сегодня утром было минус 10, а вот сейчас в обед нам градусов 5. Хорошо, погуляем в такую погоду. Иду вот. Увидел вот такую рябину у дома в снежном наряде. Полюбуемся и пойдем дальше. Посмотрите, друзья мои, какая красота. Заснеженный лес. А сейчас мы пойдем по этому лесу. Красиво. А солнышко выглядывает. Показываю панораму нашу. Вот вдали Терлянский пруд, горы. Вот такая красота. Посмотрите, какая красота. Сейчас покажу вам елки Варшинского лесничества. Вот такие вот красивые. Вот такие вот они. Вот они, елочки. Дорожка натоптанная, хотя утром снег был, но это говорит о том, что водичка есть, родник не перемерз. Вот ветер поднимается, но ничего, пройдем, погуляем. Красота, конечно, кругом. Кусты в снежном наряде. Так красиво. Нравится мне наша природа. Ну, идемте дальше. Вот, друзья мои, ветерок поднимается. И снег падает. Сосен. Так красиво. Будем наблюдать. Ловить этот момент. Вот такая моя дорожка. Пройдем
снег падает, но никак я не могу уловить момент. И фото делаю, но не знаю, что получится. Так вот красиво. Солнышко проглядывает. А это вот наш Терлян, Южный Урал, село Терлянский. Встретились мы сейчас люди, идут с родника. Пустые. Родник перемерз. Ну а мы, друзья мои, раз решили сходить в него, мы сходим. Прогуляемся. Покажу я вам родник у часовенки. Такой теплый денек, только гулять в лесу. Хорошо. Такая красота. А снег так и падает, сосен. Но мы идем. Немного еще осталось. И подойдем к роднику. Вот, друзья мои, мои зрители, мы пришли. Вот он, родник у часовенки. Сейчас спустимся, покажу вам его. Вот часовня. И один родник вытекает прямо из-под нее, но он давно замерз уже. А рядом вот еще родник. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Да, и он перемерз. Так вот внизу водичка бежит. Ну, такие морозы были. Минус 30, 35, 25. В общем, такие вот морозы сильные. Но он оттает, если потепление будет. Красивое место. Ну, раз здесь воды нету, сейчас спустимся вниз к пруду. Там также есть родник. Посмотрим, как там. Замерз он или не замерз. Просто погуляем. Оставайтесь со мной, друзья мои. Погуляем по уральскому лесу. Идти нам недалеко. Метров 300 под гору. Сейчас скатимся. Выйдем на берег Терлянского пруда. И там родник. Посмотрим, что там. Замерз он или не замерз.
Идемте. Посмотрите, как красиво. Гуляем, друзья мои. Хорошо гулять в теплую погоду. Руки вот не мерзнут. То чуть-чуть поснимаешь и руки отогреваешь. А сейчас красота. Гуляй. Только гуляй и снимай. Ну вот, друзья мои, мы и пришли. На берег Терлянского пруда, а внизу вот родник. Там подъехали люди, набирают водичку. Водичка есть. Летом у нас квадроциклы в моде, а сейчас вот снегоходы. Посмотрите, как у нас красиво. Столько отдыхающих к нам приехало в новогодние каникулы. Все возвращаются из леса. Такая красота. Машины, снегоходы. Все любуются нашей красотою. Ну вот, друзья мои, набрал я водички. Снимать там не стал. Народ так и подъезжает, подъезжает. Всем хочется водички. Спасибо всем, друзья мои, кто был со мною. Всем счастья и добра. С Новым годом. С Рождеством Христовым. Всем счастья, здоровья, удачи. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. С вами был Владимир. Пока.